Здравствуйте! Вы смотрите «Культовары». Театр – это не только искусство, но и сложная наука, которая ежедневно развивается на протяжении многих веков. Мы побываем на 4-й всеукраинской научно-практической конференции «Театр и театральная педагогика Украины в 21 веке. Теория, методология и практика». Вашим гидом буду я, Инна Шевченко. Теория и практика идут рядом. В этом уверены организаторы конференции, кафедра театрального искусства Луганской государственной академии культуры и искусств. Поделиться накопленными знаниями, опытом, своими исследованиями и наблюдениями приехали специалисты из Украины, России и Молдовы. Велику справу ви робите, театральні люди, тому що в мене таке складається враження, що в нас в державі про духовність суспільства практично ніхто не думає. І через те, що робите ви, те, що ви вчите дітей, те, що ви закладаєте в їхні серця, оті гуманні зерна, і від тих зерн буде здорове суспільство, здорові будуть діти, внуки, правнуки, праправнуки. Лейтмотивом конференции стали вопросы о традиционных и инновационных технологиях, которые сегодня используют педагоги в театральном образовании. Определенные методики, которые предлагаются, они интересны, потому что театр сегодня требует артиста не просто синтетического, не просто танцующего, а актера, который может быть еще и в процессе работы владеть методами импровизации, которые просто необходимы артисту. А не секрет, что многие театральные школы страдают, в общем-то, и штампами определенными. Да? Театр не стоит на месте, эстетики развиваются театральные, а значит, они требуют и определенного артиста, специалиста будущего. А это уже проблема для педагогов, которые готовят в вузах таких специалистов. Для начинающих актеров это есть такая великолепная возможность увидеть всю глубину профессии, увидеть все многообразие, которое ожидается от актера в его работе, услышать те технологии, увидеть те технологии, которые уже освоены опытными мастерами, и в максимально сжатые сроки их в себя впитать, если они, конечно, того захотят. Изюминкой конференции стало то, что прошла она не совсем в традиционной форме. Главным ее принципом было то, что в основе лежало живое общение. Студенты не просто впитывали в себя новые теоретические знания, но и сразу же закрепляли их на практике. Учили новые методы работы над своим телом, голосом и дыханием на увлекательных тренингах и мастер-классах. Вся эта неделя этих тренингов, она помогла мне более раскрыться, понять эту профессию. Когда ты видишь нового мастера, когда ты приходишь на новый тренинг, ты что-то пытаешься у него перенять. Ты видишь нового человека, ты можешь что-то новое подчеркнуть, для себя что-то новое вынести – это очень-очень важный опыт. На мастер-классе заслуженного деятеля искусств Алексея Кравчука скучать не приходилось. Он заставил работать каждую клеточку тела каждого находящегося в зале. Причем никто не был против, а даже наоборот. Все с удовольствием повторяли движения преподавателя, который в свою очередь старался как можно больше дать будущим актерам, хотя времени на это у них было совсем мало. Молодые поколения всегда прекрасны, потому что они всегда хотят, они всегда стремятся. И моя точка зрения, что всегда молодые поколения в чем-то лучше и интереснее, чем их старшее поколение. Это не повод, конечно же, там зазнаваться, но это повод двигаться дальше. Какие проблемы постоянно возникают у актеров, почему у них не получается передать образ и проникнуть в душу зрителя, это задачи, решать которые должны режиссеры. О том, как правильно это сделать и добиться успеха постановки, рассказал на своем мастер-классе кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой театральной режиссуры Ровенского государственного гуманитарного университета. А у режиссера очень важно видеть других, не просто самому уметь, а видеть и помогать артисту, у которого не получается. Почему не получается? Потому что нет цели, или нет нужной пристройки, или он не мобилизовался должным образом, или не изменился его вес, на него воздействует. Он, вроде он факт какой-то воспринял, вот что-то он послушал, да? А ничего с ним не произошло, он не изменился никак. Нет, ни в мобилизации, ни в весе, в эмоциональном состоянии.
И что это такое значит? Для него это исчезло. То есть оно для него не состоялось. А не состоялось для артиста, не состоялось для зрителя. Специально для гостей и участников студенты 4 курса специальности «Актерское искусство драматического театра и кино» поставили трагикомедию по пьесе Петра Гладилина «Фотоаппараты». В своем неординарном спектакле ребята показали, что необходимо ценить каждое мгновение своей жизни, а также заставили каждого присутствующего в зале задуматься над тем, что же для каждого из нас является самым главным. Откуда такие мысли? Я не знаю, они сами приходят в голову. Откуда они приходят? Да я не знаю, откуда берутся эти проклятые мысли, они приходят, я вышку, все! Ну, а может быть, и парков будет другим? Может, легко, послепящий жилой ветер, все это облака, и дождя не будет? И бессмертная собака никогда не отлизывает в тапочки! Да! Нет! На парков других не будет. Будет идти дождик, и тапочки будут влажные, и я буду наблюдать за жизнью как посторонний, как чужой! Но жизнь все равно стоит того! Уверена? Уверена! Смотреть на солнышко, щуриться и икать, это же великолепно! Слушай, надоело сидеть здесь в темноте, и ты хотел гулять с тягивающего крема и ждать. Пойдем погуляем. Куда? К реке. Говорят, красиво здесь, места красивые, завидово. Увидеть кого-нибудь. Поговорить с кем-нибудь. Слушай, никто. Поджать. Очароваться кем-нибудь. Испугаться. Спрятаться. Да. Если хочешь быть мастером своего дела, не упускай возможности узнать что-то новое. Если хочешь быть в курсе культурных событий, смотри «Культовары». А мы уже готовим для вас новый выпуск. До скорого!